конкурсную программу «Готов ученик или не готов?». И вот такой прослушник мы сейчас с вами побываем. Вы услышите произведение, которое является неотъемлемой частью очень многих конкурсных программ. Это «Сен-Санс» Олега Апостяна для виолончели с оркестром. Исполняют Айлан Савинов, концертмейстер, ученица 11 класса Татьяна Безучка. Thank you.
альт, чтобы был, получился семейный квартет, его отдали на виолончель. И он стал одним из лучших виолончелистов Англии и автором множества виртуозных пьес для виолончели. Итак, Уильям Генри Сквайр, Тарантелла, опус 23. Thank you.